Всем привет, с вами Ништярик, и сегодня продолжаем проходить игру GTA San Andreas. После предыдущей миссии, я когда вот до сюда вот доехал, мне позвонили, по телефону здесь в игре, и появилась Тама. Дальше миссия в УЗИ, можете на радаре увидеть. Ну, мы пока здесь будем проходить. Так, миссия называется «Очистка проезда». Итак. Отправляйся к машине. Так. Ну, не самых лучших идей было прям перед полицейскими угонять мотоцикл. Так, стоп. Блин. Вон за руками прыжок. Так. Заправочки. Блин, отсюда же нельзя выехать. Ну ладно. Все равно уже пришли. Можно и так добежать. Так, вот машина. Все. К месту, где припаркован фургон. Но тут надо будет препятствие уничтожать, чтобы фургон доставить. Это нужно место назначения. Итак. Берем гранатомет и садимся на мотоцикл. Снайперскую винтовочку, ну, в принципе, тоже. Снайперка, вот, все. Итак, вот первая засада. Так, баг бы машины стрельнуть какой-нибудь, вот. Так, ну ладно. Не буду выстреливать все патроны из снайперской винтовки на машины. Поэтому просто их взорву гранатометом. Еще раз прострелим баг. Так, не попал. Так. Столб помешал. Так, столб, еще что ли остались враги? Вон там где-то. Так, контент. Избавься от следующей засады теперь. Еще две цели осталось. Или три, по-моему. Ага. Доезжает. Дофига себе! Это еще что за фигня? Впервые у меня такое в этой миссии. Чтобы бот оказался с другой стороны. Вот это вот. Строчек.
Стоп, стоп, я же уничтожу. Где фургон? Блин, я же мотоцикл ставил там. Давай, готово. Да блин, что ты делаешь? Все. Теперь будет проблемка сейчас одна. Три звезды. Это не очень так. Ну а я на этом заканчиваю. С вами был Мечтерик. Увидимся в новых видео.